Здравствуйте, меня зовут Юрий Притиск. Я один из лауреатов фотоконкурса «Молодые фотографы России». Конкурса, который является ориентиром актуальной молодежной фотографии. Состязание, которое открывает новые таланты и имена. Каждый год я наблюдаю усиление конкуренции среди авторов. Привожу этот конкурс в пример своим студентам, ведь он собирает прекрасные образцы фотоискусства. Молодые фотографы раскрепощены в творчестве, часто экспериментируют, остро чувствуют мир и реагируют на события. В июне, к 20-летию конкурса, ограниченным тиражом выйдет уникальный альбом. На 280 страницах 140 проектов от 92 самых интересных молодых авторов России за последние 10 лет. Приглашаю вас поддержать выпуск альбома на краудфандинг-площадке Planeta.ru, где до 24 мая можно заказать как электронную, так и бумажную версию фотоальбома. Я уже поддержал проект, и в моей библиотеке такой альбом обязательно будет.